Всем Дискорд, с вами Лорд Альтаир, и сегодня особенное видео. Я хочу поговорить о будущем своего канала, что будет дальше. На фоне вы видите игру Metal Pony от GameLoft. Тут сейчас битва Сомбры с Умброй, но это я так для вида сделал. Из-за новых правил YouTube я не могу использовать монетизацию на МВ. Спасибо, Google. Если раньше можно было там... Одни видео отсортировались, другие нет. То есть какие-то попадающие под авторские права, им просто монетизацию отключили. Теперь же, если сделаешь видео такое, монетизацию отключить на весь канал, а не на только на те видео. Так что теперь, к сожалению, мне придется либо сделать АМВ полностью платными, либо перейти на... создание 3D-анимированных АМВ в Source Filmmaker. А если хотите АМВ, то извольте платить сами. Для АМВ я открою страницу на Патреоне, там сможете платно смотреть АМВшки, потому что бесплатными они больше не будут, по понятным причинам. Так, что дальше? Видеоигры. Постараюсь почаще делать видео с играми. Особенно по игре Marvel Битва Чемпионов. Как раз новый уровень появится 2 октября. И я начну проходить его на канале. По игре Metal Pony тоже будут видосы, как я буду проходить. Если вот такие же темы будут с битвами, с врагами, то тут можно интересно и поговорить. Также в следующей игре... В следующем году выходит игра под названием Doom Eternal. Если будут деньги, чтобы ее купить, то прохождение тоже буду записывать. Ну, с АМВ, конечно, все ясно, они теперь платные. Хотите посмотреть АМВ, задонатьте, тогда сделаю АМВшку. Потому что монетизацию я на ней уже включить не смогу. Только 3D-анимации будут бесплатные. Теории. Да, теории пока у меня были только по Леди Баг, который я удалил. Но собираюсь сделать теории по Metal Pony тоже. Особенно после конца 8 сезона моя теория про образование Эквестрии очень даже реалистично теперь смотрится. Потом. Еще я собираюсь переделать заставку своего канала с вот этой значка, сделать анимированную 3D заставку. Если получится, может даже кому-нибудь... тоже будут заставки делать. Особенно хотел бы приложить Кентаку, сделать заставку в Souls Filmmaker с анимированным чужим. Достаточно, думаю, классно будет смотреться. Так, ссылку на Patreon дам, если кто хотите задонатить, если хотите АМВшек. Теперь ссылку на DonatePay будет тоже в описании. Потом спора. Творения по споре тоже будут. Потому что нужно же что-то выкладывать, поэтому буду творение в споре. Из 3D-анимации у меня сейчас в проекте анимация по кроссоверу Portal и Metal Pony под песню State of Isolation. Вокалоид State of Isolation. Я так до сих пор не доделал АМВ про Уитли. Его я выпущу бесплатно, потому что там особо такого ничего нету. Там все анимации... Там все видео неофициальные, так что... повытли будут. Хотя я, наверное, буду выкладывать бесплатно только те АМВшки, которые не попадают под авторское право. Например, Gravity Falls они не банят. Вот диснеевские некоторые мультфильмы не банят. Вот Metal Pony банят, поэтому они будут платные. А с Приветом по планетам будет бесплатно. И перед тем, как я закончу, потому что Умбра еще не побеждена, мне еще долго копить, можете написать, что вы думаете, и... какие-то свои предложения в комментариях. Почитаю, может, что-нибудь придумаю. Что еще можно сделать? Кроме платных АМВ и 3D-анимаций. Почему 3D? Потому что Adobe Flash я еще не освоил. Там больше возни, конечно. Потому что там она покадровая. Там возни больше, чем тут. Всем пока. До новых встреч, если они будут. И пару минут можем посмотреть, как идет битва Короля Сомбры и Королевы Кризалис с Умброй.